В Иркутске вышел iPhone 7. Так можно назвать изобретение местного кулибина Тимура Аттакурова. Он научил смартфон Apple работать в 6 раз дольше. Рассказывает поклонница творчества Стива Джобса Дарья Азарова. Не могу сейчас говорить, батарея на телефоне почти разряжена. Вот так всегда. Современные гаджеты – это, конечно, здорово, но вот их энергии надолго не хватает. И житель Иркутска Тимур Аттакуров решил эту проблему. Сейчас узнаем, как. Вот она, мечта любителей айфонов. Если верить создателю этого устройства, смартфон может работать 6 дней подряд, что в несколько раз дольше обычного. Начал с Nokia, потом Samsung, так, потом айфоны. А это скромный изобретатель модели. Тимур Аттакуров родился в Кыргызстане. В 7 классе он чинил магнитофоны. В 25 лет после переезда в Иркутск научился разбираться в американских гаджетах получше многих. Таким образом я понял звук, что дает звук, например, как это работает. Сперва оно не получалось, но потом... О себе и своих заслугах Тимур говорит мало, а гордиться есть чем. Механик не получал специального образования и всему учился сам. Однажды решил избавить себя от необходимости постоянно заряжать телефон и сделал дабл-модель за 3 дня. Две колонки, две батарейки. Всех деталей по 2, но работают они как единое целое. Тимура просили продать чудо-айфон, но тот отказался. Изобретение самоучка оставил себе, а остальным – повод для размышления над способом сборки. Ремонт телефонов, айфонов – дело непростое. Парень молодец, подошел с нестандартным мышлением. Что вот этот экран, это ключ потух. Этот экран потух. А если так, этот ключ потух. Следующим изобретением Тимура будет гаджет с 2 экранами и сим-картами. К слову, к концу съемок этого сюжета мой iPhone от зависти окончательно разрядился. Дарья Азарова, Дмитрий Дятлов, Вести, Иркутск.